Северском историко-краеведческом музее открылась фотовыставка районного отделения Русского географического общества «5 лет вместе». Выставка посвящена юбилею отделения. В музее размещены 30 фоторабот. Все они сделаны членами районного общества во время своих экспедиций и путешествий. Большую часть фотографий, представленных на фотовыставке, сделали сами члены Русского географического общества в своих путешествиях, в своих открытиях и экспедициях. Вот одна из прекрасных фотографий, сделана мной в путешествии на Байкал зимой этого года. Также есть в Крыму сделаны фотографии, есть в нашем районе фотографии. Очень много интересного. Приходите, смотрите. На выставке также можно посмотреть на экспозицию со старыми моделями фотоаппаратов. Здесь представлены как раритетные, так и обычные камеры. Фотовыставка «5 лет вместе» будет длиться в течение месяца. Посетить ее может каждый желающий.